Наступление весны в историко-краеведческом музее Десногорска решили отметить выставкой. Мартовское настроение отлично получилось передать экспозиции фотографий «Без кота» и «Жизнь не та». Авторами стали сами хозяева четвероногих питомцев, которые разместили фотокарточки в социальной сети под определенным хэштегом. Одна из хозяек – Елизавета, которая уже определилась со своей любимой фотографией. Мне очень нравится на этой выставке, потому что тут очень много вот интересных таких фотографий. Есть и смешные, есть очень красивые, тут даже есть коты и моих друзей. Ну, особенно мне нравится вот эта вот фотография, потому что это мой котик. Всего же в выставке приняло участие около 40 авторов, но работ получилось больше. Некоторые присылали сразу несколько фотографий. Особых требований к изображениям не было. Это могли быть как обычные фото на телефон, так и профессиональные снимки. Главное, чтобы был виден характер и настроение главного героя – кота. Кстати, среди них были и те, кто особенно нуждается в домашнем тепле и уюте. Также в нашей выставке приняли участие не только питомцы, которые уже приобрели свой дом, но а также те котята, которые еще до сих пор не обрели своего хозяина. И если вас заинтересует такой милый котенок, то обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте и по хэштегу отследите этого прекрасного котенка и забирайте его. Историко-краеведческий музей призывал к участию горожан через соцсети впервые, и в случае популярности этой выставки подобный опыт будет продолжен и дальше. Экспозиция «Без кота и жизнь не та» открыта в выставочном зале музея в Первом микрорайоне до конца марта.